Если честно, то всегда одни и те же обвинения летят, одни и те же какие-то эпитеты, что ты действительно все купила, что ты абсолютно глупая. Супер стереотип о том, что в конкурсах участвуют глупые девушки, неэрудированные, без образования и так далее. Но что остается делать? Только смеяться над этим, не принимать близко к сердцу, насколько это возможно. Дипломированный специалист в области международных отношений, журналист, заботливая хозяйка и любящая жена. Елена Тараненко рушит стереотипы о том, что участница конкурсов красоты – это не больше, чем просто привлекательная женщина. Я всегда училась, я всегда работала, я окончила аспирантуру, у меня 4 диплома в высшем образовании. Я работала по специальности несколько лет и объездила полмира. А свободная время посвящала творчеству, вокалу и участию в конкурсах красоты. С каждым новым титулом уверенности в своих силах прибавлялась, уровень подготовки рос. Это позволило ей выступать на фестивалях мирового масштаба. Я была на международных конкурсах красоты действительно в 3 странах. Это Индия, Южная Корея и это Турция. А в Южной Корее я стала финалисткой, также мне дали звание посол мира. Вот у меня там медаль, кстати, представлена, можно будет потом посмотреть. В Индии я завоевала главную корону. Этот конкурс называется Miss BRICS International 2018. Он проводился впервые в истории. И мне, конечно, было очень приятно представлять Россию и в дальнейшем победить. В Турции в этом году был конкурс. Он назывался в переводе на русский «Королева Черного моря». И один из главных титулов «Королева Федерации» мне также удалось завоевать. Но, несмотря на внушительный опыт участия в конкурсах за рубежом, больше всего девушка гордится титулом, который достался ей после участия в одном из самых масштабных фестивалей красоты нашей страны. «Жемчужина России» — это не просто конкурс, он вообще называется не конкурс, это фестиваль туризма и красоты. И на этом фестивале мы представляли каждый свой регион, город, представляли свои таланты, видеоэкскурсию, видеовизитку, то есть это такой наполненный большой проект, в котором каждый день ты получаешь баллы. Мне удалось завоевать титул Гран-при, то есть это высшая награда «Жемчужины России». Корона «Жемчужины России», усыпанная золотом, камнями и жемчугом, в центре полки достижений. Это ручная работа. Как-то на одном интервью меня спросили, а драгоценны ли здесь камни, на что я ответила, эта корона бесценна, потому что она была заслужена большим трудом. Те, кто берут у меня ее примерить, жалуются, что это тяжело и больновато носить такой головной убор. Ну что ж, королевская жизнь, она такая. А рядом с этой короной красуется самая недавняя награда – Miss International Beauty 2023. Ее Елена Тараненко привезла из Ростова-на-Дону. Для меня очень ценно, что я представляла городской округ Химки. Он был впервые представлен на этом конкурсе. Из Московской области я также была одна. И там соревновались самые прекрасные, талантливые замужние миссис, то есть девушки, у которых есть детки, либо они замужем, либо и то, и другое. Сейчас в копилке титулованной красавицы Елены Тараненко 36 наград. Девушка уверена, стать обладательницей короны и звания может каждая. И она лично дает женщинам такую возможность. В прошлом году я сотрудничала с клубом «Активное долголетие», и там мы провели конкурс, который назывался «Гранд Королева». То есть я была полностью организатором, режиссером, постановщиком. С нашими прекрасными красавицами мы занимались больше месяца дефиле, актерским мастерством, мы ставили творческие номера. И финал у нас действительно получился, как и название, гранд, настоящий гранд-финал, по итогам которого каждая наша участница получила ленту, корону, диплом и, конечно же, заветный титул. Я безмерно горжусь именно этим проектом, потому что моим участницам от 63 лет было до 73. И я в очередной раз говорю, что нет границ для конкурсов красоты, выйти на сцену можно абсолютно в любом возрасте. 2 года подряд Елена Тараненко проводит конкурс и для самых маленьких красавиц округа – принцесса Подмосковья. Как я говорила, сегодня у нас только первые места и гран-при. Это высшие награды. Нет вторых мест, нет третьих, нет никаких зрительских симпатий, только главные места.
Возможность блистать на сцене совсем скоро снова появится у каждой жительницы Химок. В планах до конца этого года провести совершенно потрясающий проект. Это конкурс красоты, ума и таланта для мисс и для миссис. Я считаю, что каждая девушка, каждая женщина, она талантлива, она достойна выйти на сцену. Всех секретов, конечно же, рассказывать не буду, но это совершенно точно будет красивое шоу с дефиле, с какими-то невероятными композициями, в вечерних платьях, конечно же, обязательно. Ну и по традиции каждая девушка-участница наша получит корону, ленту и диплом, и, может быть, так же, как и я, устроит свою маленькую полочку достижений, которой будет гордиться. На вопрос, чем гордится она сама, Елена без раздумий отвечает: семьей и ее поддержкой. У меня замечательная семья, я очень благодарна своим родителям, своему мужу за то, что они меня всегда и во всем поддерживают. Каждую свою победу я посвящаю своей семье. И так как я считаю, что семья – это самое главное в жизни, я надеюсь, что мы с супругом станем достойными родителями для своих будущих детей. А еще я бы очень хотела продолжать реализовывать проекты на территории городского округа Химки, делать конкурсы, фестивали для девочек, девушек, женщин, чтобы каждая могла показывать себя, сиять. А в будущем, может быть, это станет какой-то центр развития и творчества, но это вот такие планы на ближайшие, там, например, 5-10 лет.